Партии, то есть я играю рейтинговые, а, два плюс один. Я играю белыми. Плюс так, один. Ну, белыми нужно. Но, друзья, победу, получать перевес. И все-таки переигрывать соперницу. Потому что хватит уже проигрывать. Играю белыми, сыграю b4. Попробуем так удивить. Оба-на. Татьяну. Оба-на. Слон b2. Надо... Так, здесь сыграю рокировку. c4. Есть такой тип позиции. Что-то похожее на французскую защиту. Так, h5 правильное решение, но у меня тоже есть своя контр-игра. Так, конь h4 это куда-то слишком вперед, мне кажется. А, просто h3. То есть я просто пойду h3. Пока не понимаю. Да. Ну да, ладно. Так, конь f6. Отпрыгнула назад и хорошо. Потеряла какие-то темпы, это всегда в плюс. Я пока немножко... Так, ну что ж, пока нужно развивать здесь наступление. От этого один. Есть свои проблемы с развитием у чёрных. А, вот это было отстой. Это было отстой, просто решение. Так, ну слона 3 не будет лишним. Потому что я потеряла два темпа, я ничего не сделала, на меня пешками накатили и форточку еще сделали. Вот это, конечно, плохо. Так, как-то нужно думать, как напрыгивать. Ну, пищи, классно. Конь b3, мне кажется, интересное решение с идеей конь c5. Таким образом. Расшатать позицию моей соперницы. Так, забираю здесь. Так бы еще и... на h3 можно было пожать. Так, bc хожу, не хожу. Ну, может и нет. bc, ферзь c6, непонятно. Так, ладно, надо играть быстрее, ладья c1. Слышу, не готовящий клич Сереж соседником тебе грозит. Нападаю куда-то на а7. А, зря. Нет, не зря. Я думала, ладья b2. Так, еще на h4 забираю. Нормально. Нормально. Я пойду. Ферзь b2, не боюсь этого всего. Смотрю. Так, и здесь ладья a1. Вроде бы я поймала все-таки этого злополучного ферзя. Ферзь попался. Вроде бы должна победить в этой схватке. Ё-моё. Вообще попался. Так, ну с ферзем лишним, мне кажется, как-то полегче будет. Уже как-то надо реализовать ферзя-то лишнего. Не хочу. Так, слон c4 пойду. Главное тут ничего не подставить и по времени не проиграть. Так не договаривались. Так, заберу даже. Пойду ферзь b7. g3 пойду.
g4, крепости тут точно не должно быть, потому что слон b6, и где-то хочу забрать эту пешечку на d5. Ну, все. Ну, так, да, проиграли. Проиграли. Слон c5. Я распопался. Это неприятно. Забираю. Ну да. Ферзь да, d5, нападаю куда-то. Так, d5. d6, может быть. Дальше его куда-нибудь вести. d7, у меня ошибка. Так, теперь слон f6, меняем. А, тут даже его не защитить. Ой, да. Печалька. Не знаю, на что тут рассчитывает мастер перца, но просто сдаваться ей как-то, наверное, очень обидно. Ферзь f6, да, и где-то мату уже. Эх. Так, все, есть, да, наконец-то. Да, вот победа в этом матче. Все было замечательно. Вот, как я понимаю, все-таки... Ай-яй-яй. О, ну, Пармагеддона, там только одна партия. Согласны. Все равно они плохо играли. Так, странно, что вообще попали раз в финал и играли в финале. На всякий брейк. Случай, я бы правила. Не поверила. Так. Если бы кто-то сказал до начала турнира. Все, до первой победы, ну, да, да, все-таки тут, конечно, победила Татьяну в этом сложнейшем матче. Ну да, вообще дурацкая идея. Абсолютно. Да. Очень приятно, что нас так много зрителей еще нас смотрит. Вот. Да, спасибо большое за ваши поздравления. Удалось наконец-то победить, хотя Татьяна играла очень-очень упорно. Мне уже казалось давно, что я ее выиграю. Все-таки был счет 2,5 на пол в мою пользу. Мне достаточно было хотя бы один раз сыграть ничью. Но, да, очень часто такое случается, что... Ну да, ферзя просто нельзя было забрасывать сюда. Как-то теряешься, думаешь, ну вот достаточно какой-то... Небольшой ничьей, теряется мотивация, и вот только после того, как... Все равно поздравляю нас. Уже получился Армагеддон, получилось собраться. Очень удачно. И показать нормальную игру. Мы, кстати, даже рейтинг подняли, насколько нам Да, спасибо огромное. Не помню. Очень приятно за ваше поздравление. 2-3-18 закончили, неплохо. Да, все-таки удалось выиграть. И даже помогли проиграть в тейбрейке, а не просто так. Так, главный вопрос, как нам тебе переводить деньги? В рублях получится? Да, думаю, получится. Я думаю, что можно будет обсудить этот вопрос. Проиграли. Вообще удивительно, что выиграли последние две партии с Юлей. Поздравляем, конечно, Юлию. Так, есть идея устроить игру со зрителями в честь победы. Ну, это как-то вообще, конечно, сложно. Я сейчас пока еще не отошла от болезни, здорово. Так что я думаю, будем устраивать игру со зрителями Татьяна обязательно. Очень но спасибо. Сделаем для спасибо этого какой-то следующий стрим. 7000 это да, что? Специально для игры конфеты. Со зрителями, тем более я обещала, что для игры с подписчиками килограмм. Мне нужно, чтобы было и у меня на канале подняли, да, 500 да, подписчиков, кстати, как я понимаю, 500 подписчиков есть. Хорошо, что а вот поэтому не заставили переиграть. Поэтому да, как-нибудь обязательно организуем игру со зрителями, турнир. Я, кстати, с подписчиками. Сомневалась. А пока что подписывайтесь играть, на играть, мой... Но все-таки не зря, целых 3,5 часа мой личес-клуб, который у меня есть в описании, в ссылочке. А также Танечка, подписывайтесь на мой твич, на котором также будут читала. Стримы. Ну, может быть, мне, конечно, побаловать хотите. Ну, спасибо, не так балуйте. Что-то у меня еще есть. Есть еще телеграм-канал, там, где вы сможете узнать на нем самые свежайшие новости про мои стримы, потому что я сейчас планирую более-менее регулярно стримить. Все, да, более-менее все регулярно устраивать какие-то интересные понятно, события, да, интересные матчи. Я думаю, первое из таких традиционных событий это будет во вторник мой стрим. Будем играть титульный вторник, если все будет нормально.